Когда-то местные жители считали эту бельгийскую реку пригодной для купания и рыбалки. Но исследования, проведенные в 10 странах Евросоюза сетью действий по борьбе с пестицидами, назвало Меень одним из самых загрязненных водотоков ЕС. В этой реке выявлена высокая концентрация 3-фторууксусной кислоты. Это химическое вещество, применяемое как растворитель. Много в реке средств против сорняков. Согласно пробам воды, Мейн является третьей по загрязненности в Евросоюзе рекой после Эльбы и Сены. On a affaire à des niveaux de contamination qui sont très élevés, qui sont peu surveillés. En fait, ce qu'on tend à mettre en évidence ici, c'est une contamination qui est restée sous les radars et qui est surtout une contamination qu'on peut qualifier de généralisée. En fait, là, on est auprès d'un cours d'eau qui est qui traverse une zone agricole, mais qui n'est pas, par exemple, auprès de grands sites industriels qui pourraient susciter une contamination particulière. Качество воды было одной из тем Европейской зеленой недели, которая завершилась в четверг в Брюсселе. Сеть действий по борьбе с пестицидами сообщила, что 3-фторууксусная кислота вызывает у людей сильные ожоги кожных покровов и слизистых оболочек и влияет на внутриутробное развитие плода. Большую опасность представляют и попадающие в реку гербициды. Поэтому министр по вопросам изменения климата брюссельского правительства предлагает лучше контролировать продажу и утилизацию этих веществ путем взимания платы и штрафов. Doit s'orienter vers un phasing out progressif de leur commercialisation. Très franchement, je ne vois pas comment on se débarrasserait des PFAS autrement qu'en arrêtant d'en produire dans la nature. Эти встречи в Брюсселе дают их участникам возможность призвать к пересмотру управления водными ресурсами в европейском масштабе. Они используют это, чтобы удовлетворить всех пользователей и развеять опасения. We need to have a real new approach in managing the water ecosystem, I would say, with a real comprehensive new policy. Because all the components of our society, citizens, farmers, industries, have different aims, different needs, but we need to combine with a single approach the water management. По данным сети действий, частицы 3-фторууксусной кислоты слишком малы для того, чтобы их можно было фильтровать с помощью современных методов, прежде чем они попадут в речную систему Бельгии.